от студии, которая практически уничтожила франшизу Люди Икс. В последнем противостоянии грядет фильм, который уничтожит вашего любимого персонажа из Людей Икс – Росомаха. Отправьтесь в Канаду 70-х, где все одеваются, как в 2009-м. И ни у кого нет канадского акцента. Наблюдайте, как самого сурового персонажа Марвел стерилизуют в его собственном, невероятно скучном фильме. Смотрите на то, как Росомаха участвует во всех войнах в одной сцене, чтобы оставить место для вещей, которые никто не хочет смотреть, как делает Росомаха. Ходит на свидание, пилит деревья, стоит в пробках и суетится в ванной. Если вы думаете, что они испортили только Росомаху, подождите, пока не увидите то, что они сделали с Дэдпулом. Болтливый наемник лишается рта и меняет свой крутой костюм на 8-минутный пресс и волшебные тени под глазами. А, и получает целую кучу мутантских способностей, которых у него никогда не было. А Брэд Рэтнер точно не режиссер этого фильма? Ощутите волнение, когда увидите всеми любимого Гамбита, а потом разочарование, когда узнаете, что он в фильме только на 5 минут. Вместо этого проведите время с самыми лажовыми мутантами, о которых вы никогда не слышали. Рейд, Агент Зеро, Болт и Сильвер Фокс. Воу, Марвел, уже и выбирать не из кого. Приготовьтесь узнать много скучных фактов о происхождении Росомахи. Вроде, откуда у него эта куртка? И суперскучную историю о происхождении его клички. Трикстер решил разлучить их. Он сказал Куэкуачу. Бла-бла-бла. В переводе Росомаха. Серьезно? Смотрите, экшн-фильм с такими дешевыми спецэффектами, что он выглядит не намного лучше, чем украденная рабочая версия. Например, этот ужасный кадр с компьютерной камерой. Это стрёмная компьютерная лестница. Это убогая компьютерная подтяжка лица. И непростительно ужасные компьютерные когти, которые почему-то выглядят хуже, чем в первых трех фильмах о Людях Икс. Поэтому приготовьтесь врубить звук на полную для просмотра самого крикливого фильма. Этот фильм отстой. В ролях: большой накачанный мужик, кукурузные палочки, стандартный злой полковник, Пока всем плевать, Пол один, хуже, чем зеленый фонарь, Тим Риггинс, Уильям, Папа Кент и мертвый циклоп Руки-мечи. Люди Икс, начало, Росомаха. И почему бы вам, студиям, уже не объединиться? Люди хотят посмотреть, как Росомаха сражается с Халком.